По благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы 26 сентября в подмосковном императорском имении Ильинское Усово пройдет традиционный 10-й Елисаветинский крестный ход. Событие проводится ежегодно по инициативе Фонда содействия возрождению традиций, милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Поддержку организаторам оказывает администрация Одинцовского и Красногорского городских округов. 10-й Елисаветинский крестный ход по традиции пройдет уникальным маршрутом, объединяющим старинные подмосковные села императорского имения Ильинское и Усово. Принять участие в Елисаветинском крестном ходе может любой желающий.